Серия переносится в Караганду. Во вчерашнем матче с Эре-Аркой ангарский «Ирмак» потерпел поражение со счетом 2-3. К концу второго периода гости сумели обеспечить себе комфортное преимущество в виде трех безответных шайб. Усилиями Олега Приданникова и Сергея Чубыкина сибиряки сумели ответить всего двумя шайбами. Однако классический финальный штурм со снятием вратаря дивидендов оранжевой дружине не принес. Сейчас счет в серии равный 2-2. Следующий матч состоится 20 марта в Казахстане.